по-моему, далеко там можно человек. Черный, надо, оно все белое, не очень черное надо.
Ну вот, вот в этой семье разберется кто-нибудь с пол-литра. Это не очень. Задачи будут. Нам прямо. В прошлом году мы так как раз поляну и не выбрали. Не выбрались. Ну, погода была какая-то непонятная. Это что, камни добывали, что ли, ходили? Нет, это горы. Через 600 метров поверните налево.
Да, может, не куда кран свернул. Да, так мы все время тут разворачиваемся. Поверните налево. Серьезно, ты куда нас смотришь? Правильно, мы да. Все время так и ездим. Мы все время так ездим. 500 метров, поверните налево. Пошли проедем, посмотрим. Здесь не проедешь. А там же речка, как мы проедем? Да. Здесь только развернуться можно. Все правильно, там же речка. А он тоже разворачивает. Да. Здесь можно только развернуться. Никого у нас, никого. На нашем танке. А Ленд-крузер еще больше, чем. Или еще не кроме. Не, не, не. За него платить пора. Ну, поехали. Налог. Ну, туда вытекло. 1008. Каждый год. Туда вытекло. Что-то сюда никто и не едет. Потому что утро раньше. Сейчас вот пойдет джигиты на встречу будет выскакивать постоянно. Поехали. Там сезон открывается. Она каждый год в Таиланд летает. Она его знает только вперед. Как бы я не знаю. Полетели со мной в Таиланд. На ваш счет. Она его знает хорошо. Она каждый год летает. Она говорит, не надо никуда ездить. Надо туда ездить. Очень, очень красивый, очень вкусный еда. И потрясающий мой. Просто, говорит, я не могу найти себе никого в базах. Напарники, лететь долго. Поверните направо. С пересадкой лететь долго. Которые есть постоянно, между собой начинают общаться, вот скажем, в Турции. Все знают уже, какое мир. Оказывается, тоже есть разные места, есть говно, есть где плохое. Люди уже называют вот премию, а все объект. Как мы с тобой в Сочи объект? Конечно. Миша, оказывается, люди вот... Говно. Как вот мы с тобой в Сочи объездили, так они весь мир уже знают, где и чего. Оказывается, ну как-то, ну у нас все это, мы самолет пустили, нет, оказывается, не понимают, куда в Турцию надо ехать, куда не надо ехать. Ну, знающие люди. А она два раза в год едет, знаешь, куда она один год ездит в Чехию, не знаю. Кстати, моложе мне лет на 8, она не ушла на пенсию вместе со мной. Нигде не работает. Не может работать. Не знаю, что все нет. Закроет, то закроет теперь. Ну, она тоже, она не работает. Если ты никуда не едешь, на эту дачу. Потом до Хирича она сказала фотографии, поэтому из дома. У нас много, а у нее вообще все окна. 3 лета полочки.
Ну, а делка не меняет. Прямо все подогревает. Так она не может быть. Все ждала там. Только жопу ей пообещали. И еще где-то. И она все ждала, что ее возьмут. Я буду там не возьмут. Там самое хорошее. Да пошел ты! А что такое, мама? Продолжайте движение прямо. Затем ваше место назначения будет слева. Куда в машину? Вот туда подставь. Тут подставь, он весь отрушен. А еще закрыто. Открыто уже, магазин открыт. Ваше место назначения находится...